О проектах говорили и на утренней встрече Михаила Игнатьева с Александром Браверманом. В этом году руководитель корпорации МСП Александр Браверман второй раз посещает республику. В феврале уже были поддержаны предприятия Чувашии. 5 проектов получат средства от ВТБ, Альфа-банка и корпорации МСП в размере 3 миллиарда рублей. На этот раз Александр Браверман тоже приехал с хорошими новостями. Мы сегодня будем рассматривать еще дополнительно 7 проектов. Это означает, что мы с вами наладили устойчивый поток и работу системную. Я лично знаю этих предпринимателей. Они настроены на самом деле на реализацию своих идей через свои проекты. А то, что на федеральном уровне приняты волевые решения и на сегодняшний день эти решения уже в реальном секторе работают, это очень здорово. Михаил Игнатьев отметил также, что реализация этих проектов позволит создать в республике новые высокотехнологичные рабочие места.